души их во благих водворятся. С молитву про родных началось это утро. Сегодня православные встречают Радоницу. Родительский день часто начинают в церкви, ставят свечу, освещают продукты и едут на кладбище. Сегодня подошел, цветочки поставил, смотрю, напротив сноха похоронена, даже не знал. То есть мне не предупредили, не сказал никто, ни племянница. Что они рядом? Что умерла она, даже что умерла. Мне так обидно. 27 лет. Чечня. Афган прошел, мало было, решил еще в Чечню попасть. Работал в СОБРе. Я вообще не хотела, чтобы он в милиции шел работать. У него высшее образование, он работал преподавателем в школе. Нет, надо было вот в милицию идти. Зачем? Нина приезжает сюда каждый год, к сыну. Боль, горечь, сожаление, чувство долга. В черте Барнаула жители направлялись в 5 кладбищ. Новомихайловское, Черницкое, Власихинское, Ганьбинское, Затонское. Я без этого не живу уже сколько лет, то всегда здесь бываю. Я потом иду, у меня такое настроение хорошее, то есть вот ну, так-то, не знаю, дышится даже легко. Почти всем, кому легче дышится, за 40. Молодежь среди могилок почти не встретишь. Молодежь-то на работе, многих не отпускают. Кто-то, кто далеко в отъезде, они находят людей, которые берутся ухаживать. Сейчас даже бизнес такой есть, ухаживают за могилами. Съездить на могилку и навести порядок стоит около 1000. Со средней ценой знакома жительница Барнаула. Она считает, что появление таких волонтеров – большая поддержка. Сама она этими службами пока не пользовалась, хотя и убирает 5 могилок. Очищает от листвы, моет камни, воду организует город. Все благодарят то, что хоть воду привезли, все трубы перемерзшие. Они рады этому. Ну, всякие бабушки бывают. Сколько надо, сколько берите, могу вам предложить. Дорожную безопасность с утра обеспечивают сотрудники полиции и дружинники. Обеспечение безопасного перехода через проезжую часть по пешеходному переходу, регулирование движения, расстановка транспорта, потому что сегодня очень много, как вы сейчас наблюдаете, очень много транспорта. Десятки автобусов в этот день бесплатно везли горожан до кладбищ без промежуточных остановок. Из-за этого некоторые барнаульцы, которые по этим же маршрутам добираются до работы, не могли уехать вовремя. Впрочем, транспортные неприятности в родительский день фиксируют ежегодно. Тем не менее, для тысяч барнаульцев сегодня главным пунктом прибытия были кладбища – места встречи с ушедшими родными. Встречаемся, здороваемся, прощаемся. Потому что я думаю, что они все равно нас ждут, и мы их любим, и помним. То, что в жизни у нас как бы хорошо складывается, это благодаря им. Анастасия Дороган, Дмитрий Денисов. День с толком.